Теперь Анатолий Пережогин, мы его попросим выйти. Анатолий Пережогин. Два перехватительных слова. Так как наши проекты «Солнцеворот» сейчас в последние времена все чаще стали происходить совместно с Булгаковским домом, мы стали задевать такую метафизику народа, которая отображена в творчестве Булгакова, в творчестве Гоголя, а также в последние времена мы затрагиваем Стругацких. Но Стругацкие будут чуть попозже, а сегодня Анатолий о Гоголе что-то гоголевское прочитает. Вот я был вынужден вам пояснить. Да, это солнце нашей отечественной культуры, которому трепетно относился Михаил Афанасьевич. Для кого-то вершина Шекспир, для меня книги Гоголя пир. Можно сделать пропасть открытий. На виду все, только берите. Вот бывает, мучит вопрос. И ушел я, на месте ли нос? Я от ужаса прямо таю, да и его шарфом примотаю. Хоть я не майор Ковалев, на знакомых порой просто клев. Им решусь сказать, кто таков, из меня прямо прет Хлестаков. Мол, со мной Высоцкий в друзья, чтобы услышать от барышни. А Манила, я вдруг иногда размечтаюсь, ну просто беда. Если б каждый соблюл чистоту, мы тогда воплотили мечту. Мы бы жили, как люди живут, тротуары шампунями трут. И, наверное, мы стали уже знаменитые наши лужи. Собакевич во мне прямотой расправляется быстро с мечтой. Он ножищей со злобой раздавит все, чем душу манил расстраивает. Коль услышите наглость и рев, знайте, это не я, а Ноздрев. Не уйдете от встречи легко, не купив простых чеков. Чтобы обрезать деловую хватку, нахожу в душе своей складку, словно Чичиков. Ай, молодец! Покупатель не душ, а сердец. Вот попробуйте близко сойтись с разной сволочью. Только вертись. Вглубь души загляни, не тронька. Я ж в основе добрейший шполька. Хоть порой одежду меняю, но шинель свою сохраняю. Берегу не только шинель, ведь душа источает трель, когда разные вещи коплю. Разбазаривать не потерплю, я не выброшу сломанной клюшки и пускаю вслед шипят, да он Плюшкин. Если скажут, не верьте, все врут, никакой не хамая, не брут. Тот по панночке в церкви читал, и от страха бедняга пропал. Было дело, баб я пугался, но в живых, слава богу, остался. Да, нередко кричат прямо в уши те живые, но мертвые души. Жаль, не всех перечислю подряд, не дает краткость дня мартабря. Словом Гоголя себя чищу, птица тройка, развейсь кучищу. Ой, стучит мне вопросик в висок, а доедет ли то колесо? Спасибо.